Давайте я покажу, как растейкить токен PPM. Вот у меня сейчас доступно 99072 PPM с копейками. Общий объем у меня 100 020. Чтобы растейкать, разблокировать кошелек, нажимаем на Unstake. А сейчас в октябре месяце можно выводить 2%, то есть я получу 1981 один токен, ну и 45 суток. И нажимаем Unstake. Подтверждаю. Все. Кошелек разблокирован. И нужно подождать 48 часов, когда эти деньги перейдут на баланс вывода. Avala Blue Wallet баланс. Вот сюда. Хочу заметить, что в течение 48 часов на приложении Panda вам не будет идти начисление токенов PPM. Также вам нужно будет прописать адрес вот, во вкладке Red Wallet. Он у меня прописан. Я прописал сюда адрес MetaMask. Можно добавить еще один адрес, но мне этого будет достаточно. Давайте пройдемся быстренько по кабинету. Здесь показано количество партнеров. У меня в сети до 12 уровня. Здесь можно посмотреть лично приглашенных. Сейчас 159 партнеров у меня лично приглашенных. Здесь можно посмотреть вообще всех приглашенных. То есть, если кликнуть, допустим, вот сюда, то здесь вот во второй линии у меня 840, в третьей линии 4229, ну и так далее. Курс токена можно посмотреть на сайте Panda Farm. Здесь у меня кошелек уже законнектен. И опускаемся вниз, и вот как раз курс токена 0,61 цент. После того, как у меня будет доступен баланс для вывода, можно будет поменять токен PPM на монету BNB. Даже при таком раскладе, если курс продержится и будет стоить 0,61, то я получу 1981 токен, умножаем. Давайте на 0,6 просто умножим на 60 центов. Я получу 1188 долларов 60 центов. И это при том, что я сюда ни копейки не вложил. Panda отличный мессенджер, который платит криптой. Ребята, заходите, подключайтесь, накапливайте PPM, чтобы потом их можно было вывести и поменять на другую крипту. Пока все, в принципе, будем ждать. Сейчас у меня 29 сентября и 7 часов утра. Жду, когда токены перейдут на баланс для вывода.